В Югре 95% попутного нефтяного газа идет на переработку, а не сжигается. Окружной опыт работы в этом направлении на международном уровне представил заместитель губернатора Югры Алексей Забазлаев. Он принимает участие в заседании глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа. Мероприятие проходит в Париже. Отмечу, Югра уже 12 лет участвует в международном проекте. За это время в сферу переработки попутного нефтяного газа было инвестировано свыше 170 миллиардов рублей. Как результат, уровень использования ПНГ в Югре вырос на 13%. На сегодняшний день используется во благо более 95% летучего сырья. Это соответствует российским экологическим стандартам. Теперь в Югре ставят новую планку. Через 2 года нефтяники должны перерабатывать 98% попутки.